В Министерстве финансов Республики провели конкурс на включение в кадровый резерв на государственной гражданской службе. В отборе приняли участие как сотрудники, имеющие рабочий стаж, так и выпускники вузов. Конкурс проходил в два этапа. В первом рассматривали документы, во втором проходили тестовые испытания и собеседования. Всего комиссия рассмотрела более 80 заявлений. Участники, успешно сдавшие испытания, попадут в кадровый резерв для замещения главных ведущих и старших групп должностей госслужбы. Среди главных критериев отбора – знания Конституции и законодательства страны и республики, а также основные вопросы противодействия коррупции. Безусловно, проведение таких конкурсов играет большую роль, имеет большое значение для формирования кадрового резерва, для обеспечения в последующем высококвалифицированных кадров для нашей государственной гражданской службы. Прежде всего, основное требование к участникам конкурса – это знание законов, знание законодательства. Конечно, будет учитываться и способность взаимодействовать с общественностью, коммуникативность.